Относитесь к возможности увеличения срока президентских полномочий и к возможности избираться на этот пост 3 и более раз. Я отношусь к этому отрицательно. У меня не было соблазна остаться на третий срок. Никогда. С первого дня работы в качестве президента Российской Федерации я для себя сразу решил, что я не буду нарушать действующую конституцию. Говорят, что самая большая зависимость от власти. Я этого никогда не чувствовал. Я вообще никогда не был зависимым человеком, от чего бы то ни было. Рассчитывать или считать, что однажды взобравшись в какое-то начальственное кресло, оно должно принадлежать тебе пожизненно, до гробовой доски, считаю абсолютно неприемлемым. Легко можно было поменять конституцию и, я сейчас про себя говорю, и избраться на третий срок. Но конституция этого не позволяла, потому что в конституции прописано, нельзя избираться более 2 раз подряд. И поэтому ваш покорный слуга не стал менять эту конституцию под себя, оставил первый пост государства и перешел на более скромную позицию, но очень важную, конечно, для жизнедеятельности государства. Ну, есть Конституция. Я никогда Конституцию не нарушил. И никогда не менял Конституцию. Так что я буду работать в рамках основного закона России. Конечно, если избиратели дадут мне такую возможность работать еще один срок, буду работать, разумеется, с полной отдачей сил. Большое спасибо. Спасибо большое. Второе предложение, по сути, означает снять ограничения для любого человека, для любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов. Имеется только в случае, если граждане поддержат такое предложение, то скажут.